Всем привет! С вами Агния Лайф. И я решила, я буду снимать про косметику и буду ее тестить, оценивать, и в конце я накрашу ей. А первое, что это, ну, мой любимый магазин, это магнит косметик и вот спонжики. Я их обожаю, это просто, они такие шикарные, я уже половину использовала, вот, я их помыла, они сушатся, вот, это шикарно, я убираю с них, правда, это вообще. Дальше, подводочка для глаз, очень хорошая, мне очень нравится, цвет, ну, черный, но я не очень умею пользоваться подводками, но проверю, ну, вообще 10 из 10, она очень красивая. Ну, это вообще, ну, просто. Вот как. Очень сильно мажет. Прям хорошо. Мне очень нравится. Дальше. Помада от Stellary. Такая помадка. Цвет 22. Пахнет она вишенкой. Очень хорошо пахнет. Дальше я сейчас покажу, как она. Такой цвет, такой вот розовенький. Но я вообще розовым не пользуюсь. Но этот цвет и запах, это вообще дальше. Дальше я купила такие румяна от Weller. Ой. Ну, короче, да, румяна. Очень хорошая, мне нравится. Такая штучка. Пахнет, как обычная помадка. И оказывается, я вот не знала, не прочла. Можно не только вот как румяна наносить, но можно еще на губы, можно на тени, можно, ну, везде. Вот, они очень хорошие. Прям цвет сейчас покажу. Вот какой цвет, вот этот вот, яркий, розовый. А дальше, ну, я оценю, конечно, 10 из 10, и Stellary 10 из 10, я думаю, тут всяко 10 из 10. Дальше, бальзам для губ, или масло для губ, я уже не понимаю, от Beauty Bomb. Так блестит на губах, 10 из 10, просто. Это лучшее, что у меня вообще было. Обычно я не пользуюсь, ну, такими, которые вот так, да, обычно такими помадками. Вот это вообще, посмотрите на это. Просто это на губах еще лучше выглядит. Дальше я купила лак. Ну, такой черненький, обычно вот. У меня вот такие вот коготочки. 9 из 10, потому что я обычно один раз крашу ногти, а второй тут надо, потому что там, ну, ненасыщенный цвет, когда первый раз красишь. Поэтому 9 из 10. Дальше. Я купила такую масочку. Я вообще этими масками просто пользуюсь столько. Я все использовала тканевые. И вот последняя осталась, которая такая, как кремовая. У меня, я кремом пользовалась с кокосиком, с алоэ верой, с огурцом я пользовалась. И я пользовалась, сейчас вспомню. Ой-ой-ой, забыла. И забыла, блин. Ну, короче, я много пользовалась. Реально, это вообще... Так что просто, это, ну, классно, классно вообще, мне просто шикарно. Дальше. Ага, все шикарно. Еще я купила карточки, но это уже не магнит косметики. Я купила карточки Ли Серафим. Сколько их там? 60 карт. И 32 наклейки, я об этом не знала. Там, оказывается, еще наклейки, и там двухсторонние карточки. Сейчас покажу. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Так, двухсторонние, они, в принципе, тут такие. Совместные все. Да, все там. И вот такие вот. А вот карточка. А, бясочка моя, это сакура. Вот. А сегодня тоже пойду на шопинг еще раз. Так что еще будет видео. Дальше. Вот такие вот наклеечки шли вместе с картой. Я не знала, что они вместе шли. Ну, с девочками. Вот. Стоили, я не помню сколько, если честно. 300 с чем-то вроде. Вот. Чек вроде остался. Сейчас покажу чек. Я еще купила носки со Stray Kids. Вот. Всего, ну, вместе это все вышло, 2000. Мне нормально. Магазин косметики я купила на 1000, еще со скидкой. И в кипоп-магазине, не помню, на 500 с чем-то вроде. Я уже не помню, что там. Честно, всего это 2000. Так, 2000 с чем-то, если честно. Я уже не помню ничего. Так, чек где-то был. Был. А, нет, чек не брала. Так, но это еще не все. Я сейчас буду красить это все. Вот это вот все. Ой-ой-ой, вот это вот то, что я купила, буду красить. То, что я не буду красить сейчас, это я уберу. Это, получается, карты, как я буду красить. Носки вот такие вот. Хорошо. Такие мне очень нравятся. Дальше. Маску мы не будем красить. И лак. Потому что лак уже накрашен. Лица. Ну, вот. Как моментально только купила. Вот, намазала. А дальше. Первое, что я буду красить. Это, наверное, я накрашу румяна. Думаю, я тени тоже накрашу. Вот этим цветом. Растушу их. Я, если честно, румянами плохо пользуюсь. Такими, которые мажутся. Сильно намного не надо. Так вот. Там еще вот такой был хайлайтер. Но хайлайтеров у меня дофига. Если честно, мне не захотелось еще один купить. Потому что, ну вот... 600 с чем-то или меньше, я уже не помню. 500, я не помню, если честно, у меня все. Я забыла. Вот. Еще, что я хотела сказать. Ну, румяшки, они так намазываются. Ну, как-то хорошо, ну, хорошо. И вот я не понимаю, мне... жирным слоем или такой чуть-чуть. Ну, один маленький-маленький минусик вообще. Ну, потому что сложно вытаскивать их. Которыми я еще не пользовалась, новые, я их кладу в эту вот штуку, вот эту коробку. Я думаю, я все тут хранить буду. Вот. Я уже этот спонжик использовала. Вот. Я странно как-то спонжиками пользуюсь, если честно. Ой. У меня спонжиками всегда какая-то ненависть. Но я решила... Я вот так вот обычно пользуюсь. Размазываю вот так вот спонжиком, а потом... растушевываю. Ну, в принципе. А, нет, это мой загар. Да я обгорела. Так. Так, дальше. Вот мы закрыли. Дальше у нас, наверное, будет это... получается, подводка. Я ужасно пользуюсь подводками, не судите строго, пожалуйста.
Я не умею пользоваться подводками. Ты что упала, девка? Агата. Ага. Я не умею пользоваться подводками, еще раз говорю. Вообще, я всегда подводкам ставлю 10 из 10, потому что, ну, это подводка. Это подводка, как ей можно поставить? Мало. Я не умею пользоваться подводками. Раз я сделала какую-то штуку, значит, мы ее будем зарисовывать, да, правильно. Я еще раз говорю, я не умею ими пользоваться. Я какую-то стрелку странную нарисую сейчас. Еще я умею делать вот так. Не умею. Не умею или нет? Я вчера как-то попробовала сделать это. Но у меня какая-то точка. Вот как сейчас получилось. У меня, ну, такая сейчас... Вот, я помню, у Лизы Мелли была такая вот острая штучка. Да блин, я не умею пользоваться подводками. Это ужас. Ну, если я вот закрою глаз, то это ужасно. А если я так сделаю, то уже лучше. А если честно, я вот вчера такой шикардосный макияж сделала вот подводкой. Там трэш. Как я делала? Я делала вот так. Сделала, оп, а потом я сделала. Оп, еще и неровно. Я вообще делаю тенями стрелки. Подводками у меня всегда что-то плохо. Так. Ну ничего страшного, скажем, что родинка. Ой-ой-ой-ой-ой, все плохо. Все очень плохо. Не судите строго, пожалуйста. Я думаю, лучше закончить с подводкой уже. Поэтому я уже подводки не буду покупать. Вот это одна, которая закончится, и все. Дальше. Это просто. Как она пахнет. Я умираю. Капец. Так. Немножечко запачкала. Так, и это не все. Я сейчас намажу сверху блеск. Он у меня растекся по руке. Я много налила. Раз, вот так чуть-чуть выдавить, держать и... Ой-ой-ой. Так, как ее так взять? Видите, как блестит. Я много радовала. Чем-то химозным пахнет. Да уж, макияжик вообще бомба. Бомба, мне нравится. Прям вообще. Еще вот, когда много намазаешь, у тебя вот так заливается все в рот, это ужас. Это вообще, это, ну... Трещ. Оценивая мой макияж, я вообще, ну, Magnif Cosmetic. Мне все понравилось, все хорошее, качество вообще. Но мой макияж мне не понравился, если честно. Ничего не судю.
Просто, блин, во-первых, Beauty Bomb вот этот, если только чуть-чуть, вообще капельку, я переборщила, и мне заливается вот этот блеск в рот. И это ужасно. Ага. Он пахнет чем-то химозным. Стрелки у меня шикардосные вообще. Наверное, не буду больше покупать. Но румяна мне понравились вообще. Я показала когда всем свои румяна. Так понравились всем просто. Это шикарно. Я буду покупать их. И вот когда сегодня пойду, я куплю еще хайлайтер такой. Хотела. Ну, главное, чтобы не пошел дождь, да? Хожу я на Пушкинской, которая... Хожу в магнитик. Фу, магнит косметика. Вот. Ну, мы все сделали. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока.